Друзья, всем привет! В куче металлолома увидел вот такую сетку от старого холодильника и тут же решил сделать из нее полезную самоделку. Там же взял металлический прут. Все это дело надо зачистить, не забывая надеть маску и перчатки. Комментировать изготовление я не буду, там все легко и понятно. Просто предлагаю посмотреть это коротенькое видео до конца и посмотреть над процессом изготовления. Всем приятного просмотра! А получился, как вы видите, отличный складной вариант решетки для приготовления пищи на костре или углях. Она легко разбирается, устанавливается и собирается. Высота легко регулируется. На решетку можно ставить, например, сковородку и готовить еду в ней, пока горит огонь. А когда появились угли, жарить мясо, уже просто на решетке. Друзья, вот такая полезная штука получилась. Кому понравилось видео, ставьте лайк и пишите комментарии, как вам самоделка. А тех, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!